такая. Львы. И там парк такой огромный, хороший, в нем гулять. Прекрасно, дубы такие большие кругом. Там мармуровый палац, потом сниму еще. Так что тут воздух хороший. Бывает снаружи, я его снимал. Смотри, как-то слеплю все. И покажу. И вот Христос наш. Бог. Вот он бывает во всей его красе. Так вот выглядит он. Ну и этот парк, 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 парк. А там огромный, огромный, огромный парк вообще. Интересный. Оно не одно, а там много всяких разных возле. Это интересно, такое оно издалека как цветет, а получается листья какие-то белые, крапинку зеленую прибавлю. Вот так вот. Получается вот такой вот окрас дерева. Видик еще тут есть интересно снизу. Такой вот. Ну и вот сама опять. Сам бувет, сверху мы зашли. И парковая зона, парковая зона. Бувет Моршинский. Хорошо, пока никого нету. С ним вон какая-то картина красивая. А это не картина, это иконы. Вообще. Да, иконы. Вроде. Вот такой бывает жерело номер 6, жерело номер 1, и с содержанием там соли тройка с половиной, по-моему, семерка.